С Рождеством, сестры! Апокалипсис! Апокалипсис! Мы вызвали его своей тупостью. Вперед, вперед, пошли! Мы нашли их! В городе Дюрансвилль спасатели обнаружили 4 женщин в подземном бункере культа апокалипсиса. А оно все на месте. Я не вернусь. Что? Я остаюсь здесь. Кто это? Твоя новая соседка. Здесь мне будет очень удобно. Сбежать от прошлого. У тебя есть секрет. Я одна из 4 женщин-кротов. Из телека? 15 лет я сидела в бункере и жрала бобы из банки. Я просто хочу быть нормальной. Я ем конфеты на обед. Чтоб тебя, дурак! Догнать настоящее. В танцах теперь главное задницы. Да, так и есть. И взять под контроль свое будущее. Я устроилась на работу. Удаченьки. Приходите в 6 каждое утро, чтобы отвезти Бакли в школу. Меня поднимите в 10, только не будите. Хотите воды? Нет, спасибо. Прошу, скажи мне, что ты нормальная. Я очень нормальная. Со мной происходит только нормальное. Ты орешь во сне, кусаешь мои ногти, и до сих пор не ясно, почему тебя пугают липучки. Какие у тебя планы? Ты будешь красивой еще 4 года, а потом застрянешь в браке с каким-нибудь терапевтом или богачом-импотентом. Жизнь — штука сложная. Можно свернуться калачиком и сдохнуть. Или ты можешь встать и сказать: «Мы не такие, как все, и нас не сломить». Эй, рыжая, хотел бы я стать твоими джинсами. А я бы хотела стать вашей желтой шапочкой. Несгибаемая Кимми Шмидт. Берегись, Нью-Йорк, ничто нас не остановит!